Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давайте выполним упражнение 134 на странице 97 учебника по русскому языку для 2 класса автора Климановой. Прочитайте две группы слов. Что они обозначают? Поставьте вопрос к каждой группе слов. Какие это части речи? Составьте слов первой и второй группы предложения по образцу. Запишите предложение. Щука, человек, лошадь, ласточка, лягушка, змея. К словам этой группы можно поставить вопрос «Кто?». Они обозначают предметы. Летает, ползает, плавает, бегает, ходит, прыгает. Что делает? Слова этой части обозначают действия предметов. Составим предложение по образцу. Щука плавает. Человек ходит. Лошадь бегает. Ласточка летает. Лягушка прыгает. Змея ползает. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.